Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками, со скульпторами. Иван Генералевич, родоначальник Хлебинской школы, классик хорватского и мирового наивного искусства, выдающийся художник 20-го столетия. Родился 21 декабря 1914 года в селе Хлебине, неподалеку от Копривницы, в бедной крестьянской семье. Получил основное образование 5 классов сельской школы, вместе с родителями занимался сельским хозяйством, в свободное время рисовал. В 15-летнем возрасте он познакомился с академическим художником Хигедушичем, одним из основателей прогрессивного художественного объединения «Земля». И под его наставничеством начинает системно заниматься рисованием. В 1134 году женится на Анне Каларик. У них рождается сын Иосип, в будущем также известный наивный художник. Продолжает участвовать в выставках группы «Земля». После Второй мировой войны становится центральной и доминантной фигурой Хлебинской школы. Собрав вокруг себя талантливую сельскую молодежь, он дает им основные наставления для занятия живописью. В 1952 в Загребе основа крестьянской художественной галереи, в дальнейшем галерея примитивного искусства, и с 1994 года Хорватский музей наивного искусства. Значительную долю постоянной коллекции занимает работы Ивана Генералевича. В 1953 году в Париже организуется персональная выставка художника, которая вызвала большой интерес со стороны публики и критики. В 1954 Генералевич приглашен на должность учителя черчения и рисования в 8-летнюю школу Хлебини, где он работает до 1958 года. В 1955 творчество Генералевича и других авторов Хлебинской школы было представлено на престижном 3-м биеннале в Сан-Паулу, Бразилия. В 1958 картины Генералевича вместе с работами многих выдающихся мировых художников первой половины 20 века были представлены на известной выставке «50 лет современного искусства» в Брюсселе. В середине 60-х Генералевич начинает работать с известным швейцарским галеристом Бруно Брушоубергером. В 1969 году Ивана Генералевича провозгласили единственным живущим художником среди классиков мирового наива. В 1975 умирает его супруга. В 1980 он женится на Розе Ланчарич, с которой провел всю оставшуюся жизнь. В родном селе Хлебине создана музейная коллекция Ивана Генералевича. Ну и надо сказать, что во время его творческой карьеры было подготовлено свыше 70 персональных выставок. Художник иллюстрировал множество книг, занимался театральной сценографией. Умер в 1992 году, похоронен в селе Сигетец, вблизи села Хлебини. Ну вот так кратко из Википедии о художнике Иване Генералевиче. Все, пока-пока, смотрим картину.